Посетителей торгового центра «Выходной» в Люберцах эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе. Сигнал поступил на пульт оперативного дежурного службы 112 в 16 часов 16 минут. На место выехали оперативные службы города и здания на безопасное расстояние. Вывели более 500 человек. Сидели в кино, нас эвакуировали и все. Больше ничего. А как эвакуировали? Никак. Включили сирену и все. Была эвакуация, скорее всего, внеплановая. То есть, наверное, учебная, как в школе. Сейчас очень много таких проходит. В Меге вчера было вечером эвакуация. У нас в торговом центре в городе. Мы из Подмосковья, из Сержинка. Сначала нам сказала женщина, естественно, никто не среагировал. Потому что половина кушает, половина в магазинах. А потом, когда уже охрана начала ходить, мы среагировали и спустились. Пожарная эвакуация. Нас собрали всех, и мы без понятия, что там произошло. Но видим, смотрим. Милиция приезжает, полиция вернее. Точной информации о том, учебная ли это тревога или это действительно была угроза взрыва, пока нет. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.